Сборная Югры по волейболу с поражения начала выступление на спартакиаде сильнейших. Накануне в Новосибирске дали старт первому турниру. Там выступают команды, которые путем жеребьевки попали в группу «Б». Остальные четыре дружины играют в Казань. Югорчане попали в квартет «Б», где соперниками у них будут сборные Новосибирской, Ленинградской и Кемеровской областей. Первый матч на турнире для подопечных Валерия Поясковского не увенчался успехом. Обидчиком вышла команда из Кемеровской области. Югорчане взяли верх лишь в одной партии, остальные три остались за соперником. Итоговый счет 1-3. Отметим, что в состав окружной команды вошли воспитанники Нижневартовской школы волейбола. Сегодня нашим соперником будет сборная Ленинградской области.